Я на своих лекциях показываю исследования, уже забавно там людей клали в этот магнитный томограф, и они смотрели свой собственный аккаунт, и кому-то ставили лайки, а когда-то им ставили лайки, вот, и смотрели, что происходит с их мозгом на ФМРТ. Значит, более яркого мозга, вот, на, когда тебе ставят лайк, я не видел. Вот, скорее, вот, он был похож на... вот при ЛСД, если принять, вот, там очень сильно все начинает сиять в этом мозге на ФМРТ. И здесь точно так же. Он просто озаряется. Почему? Потому что мы социальные животные, и это в значительной степени отражает все три базовых инстинкта, которые вы в частности изучаете.